Здравствуйте, дорогие пользователи, с вами Виталий Крок. Поздоровайся. День добрый. На, держи. Я уже заебался таскать. Ты говорил, тебе пакет притарает. Ля, это что такое? Это что такое? Да, да, да. Накидано, блядь. Ля, красиво. Ну, тоже. Вот тут, короче, раньше школа была, но типа этот... Теперь там сектанты какие-то ебаные, нахуй, веруны, знаешь. Да. Что, кропнута? Она кропнута у тебя, типа, блядь, у нее угол обзора вообще. Туда-сюда помотай. Что туда-сюда? Да. А, все. Не, ну иди. Нахуй так делать, блядь. Нахуй меня так подставлять, блядь. Я в ДНС работаю, разбираться должен. Назар, я знаю, ты типа давно мой дом не видел, но короче, вот мы пришли. О, наконец-то. А, вот тут лучше. Вот эта ссылка на наш телеграм-канал, там этот. Заходите. Лучшие монтажи, ссылки в описании на. Опер.ру. Синий фил, блядь. Мне там ебало били, да, я уже мне там ебучку разбивали на. О, это моя комната вот. там компик стоит, короче. Вот. Вот. За 60 вот там, тысяч рублей. Вот там ванная, короче, иди мойся. Бля, ебало. А, ну да, секс. Call of Duty Modern Warfare 3. Че, думал, все будет просто, нахуй? Бля, надо боярды, я хуй знает. Тун, ту-ту-ту-ту. Весь поход до тебя. Давай, Санка. Бля, ебол. Бля. Жрать охота, пиздец. Что, у тебя что? Ну, такое, у меня там жижа от салата. Я не шучу, у меня реально там жижа от салата в кастрюле в холодильнике. Поехали. Мама, я дома. Вот так вообще сделаю, нахуй. Ну, вот еще. Какой, нахуй? Вот они, вот моя любимая BTS, все слева направо. Чонгук, Гойка Митич, колдун писька грыз. Хуй путал. Ну, это что за неуважение, нахуй? А кто это? Магу разрезала, смотри. Вот это перформанс, нахуй. Да, инсталляция хорошая. А вообще какой год у данной скидки? Да хуй знает. В конце, короче, куча говна. 90-е или что, ебать? Ну да, 90. Они такой в 90-е мутили без фотографии, прикинь. Да, вообще жестко. Че? Они застряли. Меня держат, нахуй, в доме фотографируют как модель, и, блядь, не дают эмоции. Не, у меня тремор рук, нахуй, реально. Я когда двумя руками держу, у меня картинка больше трясется, чем от одной. И на секс его чуть не треснуло, пизды. Сделай, типа, ты умный, короче. Ну да, я знаю, это сложно. Сука. Нет, для этого штаны снимать не надо. Ебать нахуй. Матан, сука, валит. Я понимаю, ты можешь серьезно ебало сделать? Ты никогда не играл? Ты в каменное лицо никогда не играл нахуй? Тебя под столом никто не сосал? У меня в голове теперь это. Ха-ха, пупи. Стинки. Я еду вчера, рвусь, блять, в этом, да, в поезде.
Nice squad, man. Всем привет! Знаешь, мы кого напоминаем, блядь? Когда три девочки садятся перепевать, короче, кавер песни, блядь. Аутсайдеры в шоу прокат. Всегда солдат, ты не без, когда бы не пришел. Ты чё, Дворов, нахуй? Ладно, пойдем. На, возьми. Ого, секс. Секс. Парламента не будет, мы дальше пойдем. Ты парламент любишь? А ты в курсе, что происходило в 90-х? Прима. Происходило, происходил Беломор канал. Не, что делал танк, ебая по дому, женщина стоит. У здания парламента. О, бля, почти что ремейк, где ты этот на улице убегаешь в шортанах. За бананами? Да. Бля, я в лужу наступил. Вся соль в том, что туман у нас здесь, он такой серенький, залупненький, смотри. Да не нормальный. Нет, тут-то он зеленый. Ага. И такой прям Metal Gear какой-то. А хотя, не надо. Что, ты дома хочешь? Станя. Ты кто? Слепота. Будь все аккуратно. Фокусируйся, аля. Не сфокусируйся, я тебя продам нахуй на Авито. Вот все. Смотри. Рыжий. Это для вас. Пицца. Скажи мегафон номер один в стране. Мегафон номер один в стране. Красавец. Так, ну, начинается наша передача любимая. В гостях у Назара. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как у вас дела, дорогие друзья? Сегодня мы находимся в Воркуте. Давай еще раз. Бля, Ганс, бля, где пидорасы? Спасибо, пидорас. Курение вредит вашему здоровью. Стрельба по уткам из поезда тоже. Вон он, тащи уже. Вон. Когда-нибудь Crystal Dynamics заанонсирует ебаного Гекса, я выйду в этот ебаный подъезд и на пол улицы заору. Эй-о! Ла-ди-ра-ди-ро! Бля, не буди людей. В конце капнул? На. А, ебать, ты че? Ну, а чем курить-то, ебать? Че, блядь? Бай. Всем привет, с вами Виталий. Сегодня я вам покажу пару трюков. Блять, попади себе по ноге и упади нахуй. Ай! Ай, блять! Ай! Ай!
Ай, бля, бра! 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 Давай еще разок. Ай, блядь, аж по ушам дало. Ладно. Ты долго думал, блядь? Ладно, ладно. В следующий раз получится. Я просто не знаю, как его метать. Его можно вот так метнуть. Его можно как бы боком, но кидает боком, меня, блядь. Это боком, это пиздец. Ай, блядь, сука. Че, порезался еще? Да. Блядь. Типа тут. Ну как хуйня уж, нормально, ебать. Дефолтная залупа, ничего страшного. Вот так делать нахуй не надо. Не бросайте ножи в стену нахуй. А в шкафы тем более. По пьяни. Чревато хуйней. Запомните, админ хуесос. Автор хуй. Автор хуй. Персонажи не моргают. Персонажи не моргают. Анимации сломаны, модели ебаные. Пользуйтесь сертифицированным софтом. И никогда не покупайте хуйни. Берите только хорошие ножи. И револьвера от Smith & Wesson. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Не забывайте донатить на лад. Всем пока. Да сука, зачем? В коридоре свет не вырубай. Потому что там этот, как в туалет ночью пойдешь, нахуй, хочешь жизнь. Давай, зато дело большое. Давай. Ой, бля. Назар, скажите, пожалуйста, ваше первое впечатление о первом проведенном дне в Оркуте? I'm fucking dead. 2 шаурма. Нет. Реально? Невинная шаурма. Похвалите еще шаурму, пожалуйста. Бля, наоборот получается. Если вы похвалите еще, то вот невинная шаурма. Спасибо. Да на здоровье. Вот оно было. Жидкое золото. Твердое. Твердое это у тебя в жопе. Извините, а не подскажете, где у вас тут Switch находится? Очень потрогать хочется. Назар, познакомься, это моя Светлана. Смотри, первая Светлана, вторая... А это что такое? Not strawberry. I want chocolate. Chocolate. Ты глупый. Нет. Когда монтаж в субботу? Пятницу. Ты глупый. Только глянь, что там. And we'll use a little bit of the yellow ochre, Indian yellow. Охуенно просто, пиздец. 1000 поклонов, бля. Охуенно лечо, бля. Я говорю, да и да есть. Я уже наелся. Хорошо, сука. Ветра точка нет. Хорошо. Да я и сам-то типа. Эх, сука. Бля, прям... Нормально так хуйнуло. Растает, конечно же. Не, может уже не растает, типа. Если он за ночь нахуй выпадет сантиметров, там нормально так, блядь. И если морозы въебут, то он не будет таять ему все. Минус 10 же должен быть в один из них. Да. Бля, мне потом на работу еще в термухе ходить. Хорошо, сука. Красиво, пидорас. А? Да. У меня, причем, единственный вообще из этих двух этажек, типа,
Там гостиница, там автосервис дальше, и у меня единственная такая жилая двухэтажка осталась. И в ней все квартиры жилые. Татарка. Татарка? Вау! Иди сюда. Это, короче, мое письмо из армии деду. Я тогда писал его. Ну, знаете, короче, вот это вот армейские эмоции, как бы вся хуйня. Деду, драй обочки. Подержи. И письмо дедушке от дорогого внука, ебать. Написано 31.01.15 в 12.15, ебать. Ну, все. Как учительница русского учила. Я сам, кстати, не помню, что я там нахуярил. Типа, открывай, читай. Я еще тут шрифт пойму. У меня нормально, как бы. Я левша. Текст читай. Азар Ильич Большеглазов, заслуженный артист России. Что? Мешалось? Дорогой деда, я уже почти как 2 месяца вдали от тебя. Блять. Вдали от тебя. От родителей и от города. Я будущий командир танка Т-72Б. Огромной машины длиной в 9 метров и... Кого? Шириной в 3 метра. Уже через месяц я буду кататься на таком танке, а пока я защищаю отечество. Копая снег. Мы копаем очень много снега. Вообще, я не жалуюсь на службу. Служится мне хорошо. Сплю по 8 часов в сутки. Почти всегда высыпаюсь. Кормят вкусно и много. Правда, иногда одна и та же еда надоедает, так как дают очень много рыбы и капусты. Пустяки все это. Что же не пустяк, так это постоянные мысли о доме. По дому скучают все ребята. Нас в роте почти 90 человек в рту. Коллектив у нас хороший, никто ни с кем не ссорится. Сплоченный коллектив облегчает службу, делает ее веселей. Так, да, я ничего не пропускаю. Так что, деда, не скучай, у меня все хорошо. Через пару месяцев буду звонить чаще, а письмо это пишу я просто на память, сидя в классной комнате за партой прямо сейчас. Приезжай почаще к родителям или к мужикам в гараж и не сиди один дома. Выбирайся хоть куда-нибудь. Я же все-таки беспокоюсь за тебя. Постоянно думаю о том, как окончу службу и вернусь домой. Так думаешь и думаешь, и вроде как время быстрее идет. Идет? Летит. Летит. С одной стороны, словно вечность тут торчу, ощущая, что время тянется медленно, что впереди еще так много времени. Но с другой стороны, уже целых 2 месяца... пролетели. Не успел и глазом моргнуть. Вот пролетит быстро, сказали нам товарищи... Кого? Товарищ капитан? Я с ним полностью согласен. Один несчастный год вдали от дома. Ты отдохнешь от меня, вот. Передавай привет всем от меня. Кушай хорошо, не засиживайся дома. Я буду звонить и писать при любой возможности. Телефоны пока выдают на выходные, но потом, возможно, их снова будут выдавать каждый день, так что жди. Не болей, я скоро буду с любовью, внук. Ты что так рубишь, блин? Не, ну хорошо. Я бы такое никогда не смог написать, прям без... вообще без херни. Типа, открыто, с эмоциями, со всей херней, вообще никогда. Я просто рофлы какие-нибудь бы написал по телефону, типа, да, маман, хаваю всякую залупу, ты поебать вообще. Она такая, ну, найс, а тут красота. Okay, put your fucking hands up, just a fucking anthem, smiling 'cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Yes, sir.
Got my gown, I ain't go to play. I'd rather die before I come in last. Ох, красота! Ух, красиво! Кто завтра болеть будет? Я! Все свои номера спалю на карте, на. Ты чё подсматриваешь, на? Так, ну давай, у меня тройка младшая. Я хожу. Давай, давай. Тройка, да. Ну, бита пятеркой. Сфоткала? Такая вкуснятина, просто пиздец. Шли тело кубать хуликом. Ой, бля. Ух, бля. Бля. Ух, бля. С тобой? У Машиной мамы в, я не знаю, ресторане. Ресторане, блядь, это зовут по-любому. И пожрали. Сейчас еще пойдем в парк. Сука, охуеть. Не, реально, как ты такой херни все нашел? Бля, пару лет назад такой посидишь, подумаешь, типа, реально ли это все. И я скажу, да ну нахуй, что за ебало. До такого даже никогда не дойдет. И сижу сейчас такой, а ну, ну да, воу. Воу. Дэйм. Конец. А тебя как звать вообще? Кто здесь? Виталик. Остап. Я тогда. Тарас. Бульба. За вас и мою монографию. Гениально. Ну, нажми немного на... Вон там кнопка есть под пальцем указательным. Со стороны же еще сначала, потом на него, да? Ну-ка, ща. No smoking. Не, он прям просто смотрит, не такой, кури. Не кури. Ой, бля. Прям, сука, синхрон. Не кури. Ой, бля, хорошо. No smoking. Не кури.
No smoking. Не кури. No smoking. Не кури. Допустим, да. Мне поворачиваться или нет вообще? Ну, глаза закрыты, да? Ну да, я не вижу. Так, тогда дай мне телефон. Вот. Ща. Ух, бля. Поворачивайся. Блядь, вот. Вот это секс, вот это я понимаю. Файнили нахуй. Ой, конечно, еще раз вот это, говорит. Стикерсы. Там, сюда, еще... Да, о, бля. Там еще с кепучем, бля, и со сметаной есть нахуй. И это в магазине напротив все нахуй, в нашем овощном, бля. А еще знаешь, что я купил нахуй? Ограбление. Сука. Здесь пробитие. Ты своей первой девушкой так же. Все, Власик отдыхает. Власик сегодня отдыхает. Порадовал, да, порадовал. Новый год, ебать. Ебать, жарко. Новый год, это время. Что там нахуй? Исполнение желаний. И подарок. Да. Вот это секс. Все, нахуй. Назарчик отдыхает. Макс Никита? Дима Коля? Да. Игорь Герман, нахуй. Охуенно. Считывалка говна. Ну машины, блядь, ну машины. Как в Казахстан, типа? Да. Ты кто? Меня зовут Нурлат Бекмамбетов. Всем привет. Привет. Я из Астаны. Нахуй ты пришел? Я. Меня зовут Андрей Кайтацкий. Сегодня мы вам покажем паркур, короче. Ребятушки, все привет. Здравствуйте. ППС это подружается. Да. Вот вам демонстрация наша. 288 лайков. Демонстрация новых RTX технологий, ебать. Бенчмарк хуёвый, блять, мало приколов показывает. Вы не смотрите, что дороги хуёвые, это все это. Специально. Nvidia специально, короче, асфальт разъебала и лужу налила. Лужи поналивал, чтобы типа реалистичный, короче, этот. Локации для Battlefield нахуярил. Как же свет работает все-таки. Красиво. Динамические, динамичные тени, как в Tomb Raider, кстати. Бля, может прям уж пусть такой. Красиво, блядь. Тащи свои нижние белье, сейчас мы на голову оденем, сфоткаемся. Мы с тобой уже напишем на мурашки. Ебалбоёв. Максимум, что я могу тебе сказать. Рассказывай. Ебалбоёв. Не, я не. Здравствуйте, такие ребята, мы сейчас находимся в очень опасном районе города Воркуты. Руки трясутся, короче. Мы сейчас будем нахуй. Мы сейчас будем встречать, короче. Новый год. Короче, сейчас Назарчик это увидит вживую Максона. Шпалу 186 сантиметров, 188. СЦП 183 Максим. СЦП 186 Максим. Плагбол. Бля, хуево видно. И Назар сегодня решительно решил обнести его хату. Ну, когда Максон уйдет, короче, Назар вот там, короче, там видно. Он в углу за дверью спрячется, короче. И... Ебанет его по шее. И типа, когда Максим будет закрывать дверь, я его отвлеку, Назар, короче, пробежит в комнату и украдет все его виабушные хуевины вместе со свечом и прочим говном. А потом он украдет его сантиметры, короче, роста, потому что Назару мало. Хромосом. Высосет все его, короче, эти, всю 20, сперму из него, короче. 23 от мамы, 23 от папы, один от бога. Один от деда, ой. Кодзима. Оба. Оба. Долбоёб. Записывайте, да? Да-да. В общем, ну как бы вопрос был поставлен, долго ли вы собираетесь носить шапку? Ну, сам я так думаю, чисто вот сейчас, на момент, вот, когда я в Воркуте нахожусь, я ее так потаскаю, как бы с собой. А так я не думаю, то, что она мне идет. Ну просто... Чуть-чуть.
А какое окно его? Вот эти оба. Хуя, он охуел оба или? Че там Максону? Сосень 6 сантиметров просто, блядь. Свич, нахуй, нинтендовские приколы, я обычный прикол. И именно два окна. Че-то это странно, нахуй. Мы решили, типа, наша партия коммунистического роста, думаю, надо изъять. Во благо нашей, нашего народа, нашей нации. Стой так, короче, спиной, он выйдет, короче, я на него повернусь, потом ты поворачиваешься, типа, че я нахуй? Где свич? Товар принес. Где свич? Так я и сделаю, окей. Че ты язык жопе потерял? Куда он? Не, ладно, пока. Мы все ждем Максона, короче. Ты куда? Саня! Шелка мужика в армию отправляем. Здесь, короче, арматура, вся хуйня. Арматура? Да. Нам ебало. Мы на стройку идем? Да. Ну все, мы домой-то пришли уже. Короче, Максон, с тебя самбука, ты в курсе? 1300 рублей. Не, Максон, ты офицером поставился, пиздец. Мы за тебя шапки купили. Да. Не, ну мы на Лопопан решили запилиться, короче. Ну с тебя 600 рублей. Не, я понимаю, конечно, в Казани снега нет. Ты от темы не съезжай, нахуй. Как он уворачивается, а? Сразу что-то 25% татарское чувствуется, да? Понимаешь, это даже, это не 30 и не 50%, тут ты никак нахуй не отвертишься. 25 это чисто дисконтная карта, блядь, ни в рот, ни в жопу, нахуй. Фармакодик на один раз. Это хуя на самом деле. Че за дед сидит? Это морж. Морж. Ему только этого кокошника не хватает на нем. Сынок, блядь. Скажите, нахуй вообще тёлки нужны, когда вот такой татарин есть? Да, не две шапки, да. Сразу такой серьёзный ёбыш делает. Убер говно дал. Нам на следующий. А мне на следующий. Назар, а мне на следующий. А мне на следующий. А тебе? Сразу деду врубает такого. Все, вот. Блин, ты подожди, это мой кал. Да ладно, что? Даже мы все, да, все свои, нахуй. Сейчас типичные Nintendo Boy собрались. А, я вас шутку украл. Ты ее тормашками держишь. Как что это такое? Открываешь, он хрустит все. Вообще-то это накладка на мои для зрения. Чел, ты. СР, вы. Че, забыл, как кнопка нажимаете? Да, я вообще опа, там это. Я там пукнул. Пукало как. Бибола хуибола. А ну и будет здоров. Ты че, блядь, бацил раз? Ну да. Да это попить. Балдеешь. Ну все, сыночка, это радуйся. Купили Сегу. Индик. Ой. Достает, а там вместо свеча, короче, хуя такая, типа, и там волк с яйцами, блядь. Короче, ребят, вы развлекайтесь, я пошел пить водичку. Ух, ебать. Ух, ебать. Жизнь Ванамас. До того, как он стал известен. Было бы поиграть классно, кстати. Ты через сколько домой? Через час? Через два. Мне завтра срано вставать, срано. Свитч оставишь? Похуй, бля, я не играл. Спасибо. Ну все, Назар. Видал, блядь, как добазарился легко? Угу. Он что-то спорил с тобой, да? Он очко свое проспорил, я его ночью буду отвоевать. Соседи будут слышать это вот. А я буду этот, лесбинку танцевать. Да. Батя? Ай, бля, фокус разъебался, ну ладно, потом еще сделаем. А так красиво. Сейчас вторую давай. Давай.
Бля, потух. Петух. Так, и чем будет следующий монтаж? Следующий монтаж должен быть в субботу. Назад! Чё ты нахуй? Мало монтажей делал? А? Нормально? Да ладно, чё ты? Рад тебя, сука, видеть. Чё, да хуя хайлайтов сделал за этот год? Ой, да ладно, это не монтажи, нахуй. Ребятки, друзьяшки, сегодня мы сняли отличное кино, нахуй, ребята, как бы у нас Максим оператор был, нужно снять очень важный момент, давайте, ну-ка. Раз, два, три. Ну-ка. Ух, сука. Ух, блять. Ну, чисто минералочка. Я в Казани был буквально 3 минуты. Не, именно когда ты, например, к Ренату приезжал. Я к Ренату приезжал, просто видел, что ты приезжал, и все. Опа, а чё лежим? Чё стоишь? Присаживайся. Ну, присел. Чё ты? Заебался. А чё заебался? Ясно, язык жопе потерял. Нам татарам все дается даром. Четенько флексим с братиком Назаром. Назар? Да, потом поедешь, мы завтра глянем. В натуре? Как он, блядь, раскладывается, я не ебал. Еба сидит нахуй, задумчик. Мы еще не допели. Не, не буду, наверное. Видите мой глаз? Сейчас мы отправляемся на кухню Крипер. Уважаемые подписчики телеканала Вид Ченнел, сегодня мы будем готовить курочку по-мексикански в кисло-сладком соусе терияки. Я сегодня уставший, как сопля, нахуй, не подумайте, я не пьяный, я просто устал в говно, нахуй. Не пьяный. Блять, хули с ним такого возьмите? Блин, у меня рука. Бля, она прилипла уже. Унести хотел. Яйца надо, это нельзя портить. Яйца мыть надо, не забывайте. Нельзя их, да. Идите за гигиеной своих яиц, нахуй, оставляйте их чистыми. Объясните мне, блядь, кто такие Назары, коровка? Я не знаю, вот это Виталий. Не, это Рыжий, а вот это Виталий сейчас снимает. Виталик, Виталий. Тема, и крылья тема. Я их нарезать просто люблю. То есть вот остальное мясо... Султан. А почему у Рыжего футболка Speed Limit? Он что, лежачий полицейский? Не, Speed это про другое. Жалко мне эту курицу, конечно. Викинг, ебать, да за шо курицу? За шо? Так, господа, давайте перейдем пока к моей рубрике. Ну чё, как вам там альбом Фейса новый? Чё я там делал? А, пельмехи готовил. Да, вот здесь на колонке слушал Фаси, вот сюда поставил, а там за окном, короче, слышал. И собрались эти, блядь, Шкила, нахуй, Гопота, Ебада и Сай, что-то базарит, как дела у них там рассказывают и слушают, как, блядь, я Фаси слушаю новый альбом. Типа, у меня же соседи новые, они не знакомы со мной. Вот, мужик не доебался, стоял что-то там... Дрочил свои копейки, нахуй. Он подходит, как говорит, старина, блядь, не будет 5 рублей, нахуй. Хули ты шумишь, блядь? Я говорю, типа, окей, ладно, буду потише. Он говорит, а то мы нахуй, блядь, это вызвать. Он участковый рядом. Меня не надо как бы угрожать, ни один раз сказал, я как бы понял. Она такая, ну я на всякий случай. Я на всякий случай, нахуй, блядь, уйду куда-нибудь на работу, блядь, и колонки прямо к вам в стену поставлю, блядь, на пизда, блядь, долбоёбы. Она сразу заткнулась, кстати. Наверное, может, потому что я еще въебало плюнул в этот момент. Себе. Такой это, наверх посмотрел, такой, ху, блядь. Обратно прилетел, ну нормально. Надеюсь, когда я умру, я не такой же ебаный, если не будет. Согласен. Ой.
I'm gonna fuck you, Nick. Чё я могу сказать оправдание? Мне этот цыплёнок достался бесплатно. Мне его батя с работы подогнал. Он, кстати, пухнул. Странный какой-то изначально был. Тёмненький какой-то. Он дохлый. Чё он мёртвый сразу? Я долбаю. Стинки! Пупи! Опа! Стинки! Пупи! Да, мы друзья. А ты анимешник ебаный нахуй. Сиди там, дрочи. Купают, короче, и там занимаются всей этой хуйней. Нам прикинь, нам одного это. Блин, сука, доставай салаты, вставай в него. Бородоус, нахуй. Опа. Это вчерашние пельмешки. Это мы, короче, этот, ну, настругали, собственно. На потом оставили. Не, это творожный сыр очень вкусный у нас, прям этот. Борщик мама отдала, передала. Это вот лечо Назарка привез мне, лечо, ебать, вкусный. Вау. Бля, еду в комнату, вообще нельзя заходить. В смысле, там такие женщины. А, ебать. Там вообще, там бан просто. Там сразу... Сейчас, я максимально как-нибудь это цензурно попробую показать. Выключи, выключи. Есть. Наведись на стену. Ой, блядь, хорошо. Ну все, курочки уже хорошо на самом деле. Так, я вспомнил, у меня дело есть. Так. Ну ладно, мы и то бы этот посильнее делали, собственно, пальчиком. Я врубай. Там такой жесткий ляпот сейчас будет, нахуй. Назар, ауто! Ебать! Я как-то переключился на фронталку еще внезапно. Это нормально было. У меня жопа-то мягкая, это привыкшая к ударам не таким сильным. Бабки у подъезда думают, что рыжий любит эксперименты. Сначала Светлана приезжала, а потом парень кучерял. Да он любопытный. В соседнем магазине продавщицы знают. Одна из продавщиц видела, как я сестру в школу вез. А потом несколько раз видела, как я со Светкой заходил в магаз. И она такая типа, а вам сколько лет? А у вас дочка уже в первом классе? А это ваша жена? Ибо приоритеты расставили. S-диггер, ой, S-ликер. Опа, рыжий, откуда бабки на такие часы взял? Ща. Это в чате спрашивают? Да. Раз, нахуй. Поехали. Два, три. Ебать. А здесь, нахуй, 15 миллиардов. Вот. Бля! Да ладно, ебать, что, все свои. Опс. Вот, короче, это все часы. Тут стекла для часов, тут запчасти для часов, тут циферблат, и тут циферблат. А вот это? Ну, а это я, кстати. Да. Блядь, Стамс так заорал, типа, я никогда не видел женскую грудь. Там в зеркале бан. Ладно, понятно. Блядь, через зеркало еще палево. Я вот так иду, а ты такой... Я вас встречу. Или наоборот. Джоджи. Черный джо. Меня зовут Рыжий Ебаный, и у меня есть мечта. Вот так, стой. Это, блять, ебать, он стенд твой, тупо. Не-н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 е. Да. Я дико извиняюсь, девочки, мне кажется, я на Зендаю похож иногда. Чего он не меняет, алло, блять? Пищевое отравление плюс 2. Фу нахуй. Никогда ничего не ешь с моих рук больше, пожалуйста, бля. Даже если это не прямой контакт. Бля, так это же не прямой поцелуй, да, блядь, хочешь прямой оформим. Брат, пожалуйста, не проси, я не смогу сдержаться. Макарони Макфа, макарони для всей семьи. Он меня держится в лошниках, и я вообще мимо проезжал, только на одну ночь заехал. Ну а чё она здесь делает? Я, блядь, Ди Каприо показываю. Понимаю. Я молодого Ди Каприо хотел показать.
Зарепортите его, пожалуйста. Смотри, я показываю сначала на этого. 30 раз сказано там Светланы голые, сука, долбоёб. Я думал, вот здесь. Вот. Да они везде, блядь, рандомно склывают. Вот, вот, вот. Минное поле, нахуй. Вот. А, не, это принцесса Диана. Так такое нельзя, ты чё? Ай, бля. Бля, не надо, там тоже баба голая, только живая. Нет. О, а ты сейчас не сказал то, что сок у тебя есть? Ну-ка. Нормально, алкоголики? Сейчас закидываться. Ватяра. А, ну это. Не на камеру действует. Не на камеру, нельзя. И сосемся тут такие. Так, ну что, Соша, есть пробитие? Есть пробитие. Бля, ебана легкая. Да. Она вообще никак. Вау! Я ожидал батину водяру какую-то, блядь. Я не знаю, он ее рублей за 50 берет. Через 5 минут расхуярено. Там они, правда, пиздились в оригинале. Ой, дебилы, блядь. Давай реквест выполним. Брудов в шахту. Да похуй. Давай. Ну и ладно, ну и не надо. Надо, надо. Надо сейчас. Надо, сейчас, подожди. Ну, ваше здоровье, господа. Пьем минералку. Это минерал. Водичка. Тупо алкаши без тоста, без нихуя, ну да. В смысле, я ждал ваше здоровье. За ваше здоровье, ебать, выпили, вы охуели. Пидорасы. Я засосаться, это уже когда, ну, которая пойдет. Это за 15 гривен. Да. Ну, там 300 рублей футболку снимаем. 600 засосаться, 900, ну, это уже тайная ссылка врубается. Я специально пересмотрю стрим, чтобы все это приготовить так вкусно. Спасибо, Илатя, вот. Шеф-повар перед вами бегает туда-сюда, старается, ебать. Ой, блядь, спина! Обои уже отклеиваются, так. Не, ну вот, да, есть пробитие. Бля, сало, водочка. Фомариус. Ёбаный в рот, ты настоящая русская вот эта вот, блядь. Работяга, да. Вот посмотрите на эту красоту, ну ёшкин кот. У меня аж слюни потекли, охуеть. Батя привез татуировку и набил мне ее. Батя принес мое ебало и набил мне его. Назар, засоси рыжего от меня, рыжий засоси Назара от меня. Ты сам приезжай. Так, давай. Ты чё, ёбаный? Эх, можно. Не пизди, а сегодня мы. Перья. Не пизди. Блять, гусины, курины. Но я сделал первый шаг. Я no homo. Ведущий, так скажем, в данном пати. А Назар ведомый, ну хули поделать. Ой, бля, не понял. Это кто сделал? Да мы же говорим, типа, вам, если что, разошлем. В пакетик на... Ой, насрём, ой. В смысле, ну вы поняли. Наложим вкуснейшие блюда, блядь. Кто рыгнул? Ой, ля. Стабс. Вот он забежал, вот сейчас, там где-то. Сука. Лё, блядь. Ты как это сделал, гандон? Дима. Че? Я достался ловить. Поймал стаб? Ты кого гандоном назвал? Не, он убежал. Так надо же Кодзиму еще показать людям. Он отрицает Кодзиму, так что мы не будем. Ну, мы сами посмотрим. Я был в Бурятии, я видел этого долбоеба. Он мне, блядь, мелочи с кармана спиздил. Видели, он 500 рублей выложил? Это мои, нахуй. Вот это придумано. Этот секс придуман вот этим вот человеком. Прям. Фотография дело в том, что мы знаем, что вы смотрели эти фильмы. Смотрите, значит, у нас есть Алексей Серебряков из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Так. Бля, Назар, ты прикинь, я последний раз срал в 22 года, а мне уже 23. Прикинь, как долго я не срал. Это последний день, когда этот хуйломон лежит в моей кровати. Назар, помахай ручкой. Все, обосрался, тупая, понятно. Угу. Чё, ебать? Ты кто?
что нахуй? Ты куда? Ну ладно, мужики, давайте, короче, приятно с вами было пообщаться. Мне реально как будто вы уезжаете, а нет. Че пожадил? Я все равно хорошо. Мари нахуй. Сейчас кажется, короче, то, что, блядь, какой-нибудь племянник депутата, короче, внезапно решил поехать в Москву, короче, или в Воронеж, и твое место кому-то продали, и типа говорят, а, облом. Ну да-да-да. Да-да. Мягкое место, это хорошее место. Че ты? Мы стоим, ребятки, заносим. Че стоишь? Заносись. Надоело как-то. Ну, чувствуешь, как здесь этот с жигулями пахнет? Жигулями. Нет, нет, нет. Подними ее, приподними ее, и там что-то сними ей. Вон, блять, у основания вон там хуйня какая-то. Удачи на тебя, ствол. Да, все, молодец. Ну все, держи краба, ебать. Пошел нахуй. Пш, блять, фокус проебался. Какой-то ты нечеткий. Бля, помоги завалить кирпичи, нахуй. Ну да, че? Больше вообще не о чем говорить, ты кто? На память сними там, как это мы там. А, краба, краба держим. Целоваться будете, целоваться? Поцелуйтесь. Брат, брат, брат. И поцелуйтесь еще. Под чего вы целоваться не будете, что ли, братья? Ты не знаешь, да. Мы прогрессивные. Пососались бы. Либеральная семья. Турист из Германии приехал. Здрасте. Здорово. Здорово. Young bro, привет. Ой, Кланков, здорово. Кланков, здорово. О, зима, наконец-то. Ну как зима? Сколько сейчас градусов? Минус 7, по-моему. Надо юрца за сиськи помазать. Пойдем до пива. Да, пойдем. Да, он уехал. Либо он двинулся, либо... Бля, он на туре съебался, прикинь. Говно из жепы. Бля, он был заранее бабки снимать. Где у вас тут душ есть? Я не ебу, мне похуй. Там оно вообще записывает, да? Да. Сколько вам будем ждать автобус примерно? 100 лет. Нет, это реально. 100 минут. $50, little man, put that shit in my hand. Ай, what? Все, скиду мелочи. Да, в спортике едем. Разбил такой, блядь, вообще куда? Ну ты свободен. Блядь, Юра, ты свободен, да? Я свободен. Юра жена. Обнимитесь вы, типа, друзья, короче. Ну, типа, а я лох, короче, и вы вот меня в первый раз в жизни видите. Че? А, ты же гомофоб. Да. Представьтесь. Меня зовут Анатолий. Анатолий, Анатолий! Чебокроп. Вот так. Ебоха. А чё так плавно? О, птичку, птичку. Ля. Он такой, чё? Знаешь, он кого напоминает? Премьер-министра Великобритании. Или Трампа. Блин, я бы его Трампом назвал бы, если бы его. Тромб. Тромб. Не. Назвал бы его Папук. Хотя он не Папук, он птиц. Он Пипега. Отдай свой телефон мне. Тебе новый возьмешь. Ну, я коллекционирую специи просто, кажется. Помнишь, пикча, где Трэвис Скотт такой стоит с двумя паками этого травы? И ты такой с двумя паками этих специй. Самба.
Ух ты, ебись, колонну еще сейчас купись, упади на жопу, там, сломай себе хребет. Я этого вижу. Бля, ты че, там Лейса с крабом нету, надо что-то делать. Поедем пораньше. Мы не поедем, Виталик, ты мне врешь. Виталик, ты мне врешь. Нет. Не-не-не. Доктор Пеппа? Доктор Пеппа. Невероятно, да? Сейчас. Включай, у меня хуй. Вау, вот это, бля, зум. Бэтмен. Justice and Magician. Дисплей. Бэ. Не, ну Пеппа Пик, то лицензия. Через. Мое сердце бы разбилось на 1000 осколков жизни. И Google Cover не надо слушать. А куда чипсы надел? Типа в теории там пусть так стоит. Да бог забей, блядь, ну ничего с ним не будет, нахуй. Чё, блядь? Вот к ней, чтоб не болталось, я думаю, просто так вот к ней, чтоб не болталось, нахуй. Чё, поправлю чё? Я все сделал, Максан. Пиздец. Ты кровь ебал? Видай, мне бы ты сейчас... Да? Не повторяй, Додик, блядь, смеяться начинай, да. Смеяться? Сука, пидорас. Пидорас? You need something? Долго? Ты когда Вадяру успел дохуяриться без нас? Ебать его хуя. Wasted. Ты, давай сначала. Снял? Блядь, иди нахуй. Все, я не понимаю, как пизду, да. Пизду? Чего хуя? Destroy the seconds. Ты похож на мочу. Мочу? Либо ты сейчас закрываешь свои ебало, либо ты закроешь свои ебало. Ебало? Говорят, на севере видели дракона. Это долбоёб, помню, когда мы с Пашкой сидели, такой: блин, Виталик, у тебя есть сигареты? Нет, у меня сигарет. Блин, Виталик, точно должны быть где-то сигареты. Я говорю, нет у меня сигарет, блядь, я не курю, Макс. Блин, Виталик, есть сигареты. И пошел в туалет искать. Самое главное, что он это говорит серьезным ебалом. Ебал? Разнести в секунды. Мановар. Там был этот. Да, с первой что? Какая красивая футболка. Пожалуй, я ее не. Да,
нахуй ты поверх очков одеваешь? Блин, в натуре поверх очков надел. Nintendo Switch моя любимая консоль. Сейчас завалю босса. Там правда было потно. No regrets. Я почти победил, пацаны, смотрите. Че? Я почти победил. Бля, звучит хайпово. Party set PlayStation Network. Здесь бля, весь порнуху. Красный пиздец. Нельзя снимать порно. Да, у меня раздражение хуя. Вау. Игры, да? Игры. Демовер. О, там сразу. Игры. Бля, Blessing гоняет 30 гигов. Ну, реально? 7 гигов 50. А, нормально. 30. Бля, если бы у меня плойка была. Йо, блядь! Блядь, нахуй ты потянул его. Блять! Ебать, это еще, блядь. Ёбин бобин, ты еблан! Вырубай ее оттуда, нахуй. Поггерс! Он вырвал из тройника, блять, провод и решил обратно засунуть, голову, и тот ёбнул. Я его голыми руками замкнул. Принеси сюда, нахуй. Принеси деду, покажи. А почему он порвался? Вот это, блять, залупа. Почему он порвался? Ебать, дурачок. Бля, меня 220 хуйнуло. Блять. Еще бы себя об шкаф уебало. А если бы это я был, что у меня с волосами было бы? Да. Ох, I can't believe you've done this. Ты ебанушка. Да ладно, давай по новой засунь. Пизду. Ничего не ведешь, ничего не знаешь. Я говорю, вы в магазин идете, нет? Ты тоже идешь. Бля. Блядь, Кирилл, свинья, это пизда. Ребятушки, секретный уровень видео разыгрывается. Вот такой вот смартфон. Ребятушки, один из вас получит этот замечательный смартфон. Нужно всего лишь оставить комментарий прямо здесь, внизу. Погнали! Завич, погнали! Магазин. По-моему, я его открыл, да? Слушай, а где у тебя этот? Ты деньги-то взял? Нет. Как мы будем покупать? Виталий! Я вернулся. А деньги-то давай. Какие деньги? У меня нет никаких денег. А у кого есть? Не знаю. А чем мы тогда отделись? Виталий. Виталий, ну давай деньги. Виталий. А? Ну давай деньги. Виталий, ну мы в магазин сходили. Развиваемся. Развиваемся. Сейчас будет вторая попытка. Вторая попытка, и мы сходим в магазин. Да, сходим в магазин. А это... Я покакал. Окей. Найс. Посмотрите. Не надо открывать. Ладно. Я покакал. Смотрите. Зажигалку я только себе взял. Это наш сосед? Я его не видел, он новенький, что ли? Пойдем, ебали. Виталик, куда идешь? Виталик. На хайпе? Дело не сработает, кстати. Прикольно. Только я нихуя не одет. Погодка на улице, просто загляденье. Ух, блин, я так вспотел, пойду отложусь. Да чего у вас? В смысле? Да не особо видно на самом деле.
Сатурн видно. Бля, нас, наверное, вообще не слышно. Пошли. Я самый хороший. Ничего не вижу. Ебать, я нихуя не вижу, видимость, блядь, метров 10. Как 10, видишь? 8. Все, машину не видно, блядь. В снежки играешь? Нахуй, да. Че, как она? Слеплюсь. Классик. Нет. Расфокус. Нет, это просто удивительно. Очевидно. О, вот это я понимаю, пошли. Блять, в камеру лучше видно, нахуй, чем это. Вообще все идеально видно, знаешь, как будто бы погодка идеальная. Видно? Да не особо. Чё-то происходит непонятно. Чё за бомж, ебать? Ты кто? Эй, вставай. Назар, за кого болеешь? Баздропа не происходит. Ну так иди гороху покушай. Чусей. Эпик геймер момент? А где Knuckles Crack? А где твой геймер дринк? Там кончал. Че, мультики смотришь? Мне нравятся мультики. Я люблю такие очки, большой дизайн. Мне нравятся, например, вот Gucci, Dolce & Gabbana. Are you winning, son? Я типичный игрок DMC, кстати. Сейчас слюна такая, и быстро все вот так кнопки нажимаются. Чё там? Ебать. Погодка шепчет. Чё шепчет? Что ты пидор. Это мне? Да. Да, давай кошака заберем. Кошак намного лучше. Ебал, он кайфует. Тишка. Тишка. Хочешь по-татарски позову? Бра, я он убегает. Говной воняет. Может, ты говной воняет. Шо? Млем. Это Валь. Ирсу на свадьбу подарили. Vikings War of Clans — это новая игра, которую я нашел совсем недавно, но уже погрузился в нее невероятный геймплей. Корзина, ну выйди хоть на улицу. Поиграй с ребятами во дворе. Сколько лет? 23-24. I've just got headshotted. Мне прям в череп прилетело. 180 тысяч получил, 190. Почему бы нерф не взять? Почему бы нерф не взять в натуре? Отец не смог, сам взял. Возьма папа кредит. Да, мимо Назара должны лететь пули.
Че, ебанушка, ты что сделал? Ты серому камеру прострелил. Оно! Оно! Плюсы быть куколдом. Плюсы быть куколдом. Всегда Nintendo Switch. Ой. Почему не получается? Ты ходишь на них, понимаешь? Тебе надо не ходить, тебе надо ехать на них. Я пытаюсь. Прикинь, вот на одной ноге в положении полусилия, короче, вытянуть ногу и раскрутиться, это ж пизда нахуй. Прикинь, если ебланы трюки мутят. Я на телефоне сконцентрировался и чуть не ёбнулся. What are those? Ну? Пошли. А? Так у меня 30 стоит. Ой! Чё, Назар? С Платун играешь? Да, смотри. Чинь. Он унюхал кринж. И рядом стоит Animal Crossing New Horizons Sun. Не, ну есть здесь вот такие красивые, кстати. Красота. Молодцы. Мышка нахуй за, блять. Я не помню, по-моему, за 600 рублей или за 500, короче, если набор ебаный. Клава, то ладно. Мышка, блять, смотри. Пизда. Что такое сижа? Сижа? Нравится сижа. Я люблю играть сижа. Я профессиональный игрок. Куе. Блять, ты ровняешь, что ли, сука? Они реально меня долбоёба проверяют. Что по-вашему есть сижа? Витай, телефон отдай. Отдай телефон. Открытый паралич жопы, блять. Я ниже пальцев на ноге парализован. У меня палец на жопе парализован. Я сейчас буду ржать, если у нас еще пинга будет разная, блять. Тебе идет, Саша, тебе идет. Мы выиграли раунд, ура! Давай крафт! Так, пацаны, расклад 3 на зиг, 2 в коробку, все остальные на Б, я со слона прикрою. Блять, да как нахуй? Почему? Просто с нихуя! Пиздец! Слышу, как рот ржет. Ёбаный в рот, как так-то надо? Я был готов уже влетать на точку, понимаешь? Не выигрывайте раунд, умоляю. У тебя же есть оглушающее. Превозмогай! Назар, время уже 3 часа ночи. Мы ролим Орегон уже 10-ю игру подряд. Ладно, 8-ю. Ща тупо нахуй катетер ставлю. Все нахуй. Вливаем пивас нахуй. Внутривенно. Витай, Салу, Гангандон! Витай, Салу! Салу, витай! 5 рублей влежало.
Что? 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 Вот! Вот в чем твоя проблема. Вот в чем твоя проблема. Твоя проблема. Твоя проблема. Нет! Я хочу монтаж! Я хочу ебаный монтаж! Я... Если бы у меня был монтаж... Ой, бля... Если бы у меня был смешной, охуенный монтаж, я бы выпил. Тебе не нравится, как я монтажу? Ой, не будь таким гандоном! Ты пьян. Думаешь, мне могла понравиться та хуйня, которую ты делал последние полгода? Ты не знаешь, что вообще несешь. Тошки ты делали пьян. Монтажи два раза ты в год. Пьян. И они были в разы лучше, чем у тебя. Ты пьян. Ты пьян. Ты бы не говорил такого. Я пьян с тех пор, блядь, как с тобой познакомился. Да? Тебе же понравилась Шарлотта. Я видел, тебе понравилась Шарлотта. Скажи это. Скажи это. Скажи. Хуйня. Не смешно. Сука! Чтоб у тебя Вегас вылетел, рыжий! Блять! Рыжий, сука! Услышь меня, бог монтажей. Взываю к тебе, отец наших видосов. Сделай так, чтобы у рыжего был постоянно включен ресэмплинг, и не читались кодеки, и не прожимался Ctrl-S, и чтоб от нехватки оперативы вылетал синий экран, и даже чтоб желания у него не было потеть над видосами, и стал он тупо обычным летсплейщиком, забытый всеми, даже Юрцом, и не осталось в нем ничего от рыжего, и будет он лишь жалкая тень самого себя. И каждый рофл или видос, сделанный им, не его больше, а всего лишь говно ебаное. Ладно, будь по-твоему, нравится мне твои монтажи. Максон, у тебя как туар есть, ты понимаешь? Да. Чисос. Смотри, ты просто идешь. Везде вот, вот эти японские вещи. Руку вам откажи. Это да. Православненько. Сколько же здесь? Будь здоров. Будь здоров. Атаку балдежа. Просто дым. Ребята, а я в раю. Я в раю, ребят. О, о, господи. Там птиц голые. Ну, бля. Воу. Короче, мы сейчас кофе делаем. Кофе в машине. Это ученик. Он будет повторять за нами. Сливки готовы. Сейчас нажать надо на пуск. Вот, он нажал на пуск. Я нажал на пуск. Задумчивый ученик, короче, мы сейчас ему все объясним, как правильно готовить кофе. Где я? Ой, с конца закапывает. Он с конца капает. Где? Ученик немножко. Это вот. Мне? И ты, короче, me? Сейчас должен вот этот придержать чуть-чуть к концу, так кончику, да, залупить. Кончику вот так вот, да, вот так вот. Это что гейп разработал этого? Ну, рамсип сама. Чуть-чуть приблизить, чтобы видно было кадр. Короче, а в чем проблема? Мы очень много стрелок налили. И поэтому сболтается, как сболтается, будет как йогурт, наверное. Нервный. Вот так, да. Опа. Вот. И ставь кофеёчек. Сейчас будет кофеёчек, да. Кофе. Урей. You talking to me? Все, наш кофе готов. Сейчас он дольется. Ой, сгуха сейчас польется. А, и самое главное, что мы забыли в самом начале сделать, забыли положить сахар. Кофе? Хороший кофе. Ice, more on the go, 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 more on the go
Xbox, ну вот такие вот пляшка. Твои настроили пятую полисяду фленджа. Киблю я до урева льда. Атомами, бабы, меч, чуши, хану, паша. Пари, нимо, хай, дай, ушаблена наша. Ты фонти, вас закидаю, Луи-Битон. Скайне, Эчман, улетел, не хуйно, Луи-Битон. О чем разговор слушаешь? Макс, отдай каптуара. Слушай, ну по-моему, он этого не хочет. Отдай! Ты глянь. Отдай! Хочет отдай! Вас... Отдай! Все он хочет. Максон, пойми, я молчал. Здрасте, мы по обходной пришли. Тупо, блядь, через 30, самый пустой город мира. Какие проблемы? Тупо, знаешь, короче, в городе нахуй всех жилых людей я и продавец пельменей. Тупо одними пельменями торгует в магазине. И все, ну типа вода, пельмени, все. Типа пельменная котельная, короче. Один огромный такой котел, в котором варятся пельмени. Вырабатывают пары на этом пару, короче, работает типа котельня. Бля, гениально, нахуй. А вы как думаете? Их же надо теперь отрезать. Да, пиздуй. В смысле, ты куда? Стой. Назад. Эо! Потерял контактную линзу. Чисто лох. Нет, реально рофил. По одной из теорий она взяла и, короче, отскочила и попала в четвертое измерение.
базар? Слушай, там это... геймбаза был. А ты... сейчас, подожди. Вот, держи. Ну все. Пока.僕らで回そう、待ってておくれ。